Ярко выраженные представители этого имени обычно нетерпимы к несправедливости и угнетениям, но в стремлении сделать мир лучше они доходят до крайнего фанатизма. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Прежде всего, носители этого имени уделяют особое внимание благополучию своей семьи и людей, от них зависящих. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Вибрации этого имени означают, что у его носителя ясный ум, и он склонен анализировать окружающую его реальность. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди умеют организовать других людей. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Этим людям просто необходима и очень важна финансовая выгода. Ради добычи они готовы практически на все. Символом этого имени является планета Сатурн. Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. Они всегда стремятся действовать. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.